Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Дискусії щодо того, робити дітям щеплення чи ні, в Україні поширюються давно. Одні переконують, що кращого захисту від інфекції, ніж вакцинація, нині не існує. Інші стверджують, що щеплення не захищають від хвороб, а лише завдають серйозного удару по імунітету дитини. Сьогодні дискусії ці стали більш популярними, адже Верховна Рада роздивляється законопроект 4142. Щеплення без відома та згоди батьків. Правда та міфи про законопроект, який передбачає обов'язкову вакцинацію. Сьогодні тема нашої прес-конференції. Говорити будемо разом з начальницею відділу лікувально-профілактичної допомоги дітям і матерям Департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської ОДА Наталією Шмалько та адвокатесою, журналісткою, керівницею Дніпропетровського об'єднання «Адвокат» Світланою Теребчиною-Агалаковою. Я вас вітаю в нашому прес-центрі. Вітаю вас. Вітаю всіх. Хочу звернутися спочатку до вас. Світлана, розкажіть, будь ласка, взагалі про цей законопроект, про обов'язкову вакцинацію окремих категорій населення, що він передбачає і чи дійсно він затверджує, що щеплення будуть робити без відома та згоди батьків. Законопроект вчора, як я прочитала на сайті Верховної Ради, вчора прийнят в першому читанні. Законопроект не видела в нем никаких поправок. Вот я так понимаю, как он был как сентябрем, так и он остался, да? Вот. И хочу сказать, что ну, такое у меня вот впечатление, но начну не с этого, если позволите. Вот мы сегодня собрались на пресс-конференцию для чего? В связи с тем, что есть вакцинация. Вакцинация, если бы это было просто как ну, кофе выпить, ну, никто бы не собирал пресс-конференцию. Но в связи с тем, что это несет некую опасность для людей, люди собираются и начинают по этому поводу высказывать какие-то сомнения. Правильно? То есть вакцинация, возможно, ну, может быть опасной для человека, для ребенка, если взять контекст ребенка. В связи с этим, что следующее нам нужно знать? Нам нужно иметь информацию. По поводу вакцинации, правильно? То есть, если у нас есть информация, что такое вакцинация, что такое вакцина, какую вакцину будут делать ребенку, какого качества, какие последствия могут быть конкретно у этого ребенка или у этого человека, конкретно информировать родителей об этом. То есть должна быть открытая, полная, достоверная, своевременная информация, потому что мы не просто действительно, я повторюсь, собрались сегодня, потому что в Украине много случаев искалечивания детей вакциной и много случаев судебных споров. Вот, поэтому действительно очень важный вопрос, и я хочу сказать, что сделать аспект, что не просто вот давайте запретим вакцины, послушать одну сторону, или вот просто сразу будем всех вакцинировать, а нужно иметь, прежде всего хочу сделать акцент на информации. Если какая вакцина, какой вакциной будут вакцинировать детей, какого она качества, какие у нее последствия, кем она исследована, сколько лет она проверялась, есть ли клинические исследования, кто об этом сказал, потому что сейчас, если мы говорим о вакцине, от коронавируса, то исследований таких четких нет. Поэтому ну, нужно быть мудрыми. И еще хочу сказать, что в связи с тем, что есть такие споры и есть судебное дело о взыскании ущерба с Министерства здравоохранения в пользу детей, родителей детей, которые после вакцины пострадали, вот, где Верховный суд признал, что именно вот эта прививка стала опасной для детей, причинила им повреждения, то, ссылаясь на этот законопроект, который мы обсуждаем, там есть в самом начале проекта есть статья, в которой говорится, что стороны, участники вот этого процесса, например, участники процесса, там написано субъекты хозяйствования, физические лица, имеют право на возмещение ущерба. То есть имеет право на возмещение ущерба, причиненного некачественной прививкой или вакциной, тот человек или его родители, от которых пострадал человек от этой вакцины. И имеют право, возможно, пострадавшие, и у меня таких случаев в практике нет, когда они пострадали от того, что их кто-то заразил, не привившийся.
от вакцины. То есть вот это возмещение ущерба есть. И могу сказать, что в других странах, например, миллиарды, это официальная информация, достоверная, в Америке есть фонд правительства, в котором есть деньги бюджетные, точнее не фонд, а бюджетные деньги, которые запланированы и возмещают этим людям, которые пострадали от, например, некачественных прививок или от последствий прививок, которые получили, например, там дети или взрослые. У нас же, к сожалению, я ни слова не слышу, что будет принято такое постановление правительства о том, что будет возмещение ущерба пострадавшим, что есть на это деньги. И если мы вас обязываем привиться, то мы тогда вам дадим полную информацию, мы обязаны рассказать, какая вакцина, какие у нее последствия, и мы вам компенсируем столько-то денег, у нас они есть, обязуемся компенсировать, если что-то пойдет не так. Вот это очень важно для людей знать. Скажіть, будь ласка, якщо повертаючись саме до законопроекту, чи дійсно дуже багато зараз у мережі є інформації з приводу того, що цей законопроект дозволяє робити щеплення без відома та згоди батьків? Чи дійсно це так і як це відбуватиметься? Тобто батькам не говоритимуть, що дитині робитимуть щеплення, або як це? Я би сказала, там в проєкті є така строчка, що у нас обязательное вакцинирование, ну, в порядке, установленном законодательством. То есть вот этот закон четко не говорит об этом. То есть должен быть какой-то еще другой закон. Или, возможно, примут подзаконный нормативный акт. Но я хочу сказать, что я изучила и давно уже знаю позицию Всемирной организации здравоохранения. Они категорически против принудительной вакцинации, вот если речь идет о коронавирусе. Сейчас это волнует людей. Вопрос о прививках уже многолетний, например, обычные прививки там, от туберкулеза, там, полиомиелита и так далее. Это люди уже, там, коклюша, это люди обсуждают много лет. Речь сейчас идет, и почему такой вопрос инициирован Верховным Рады, о прививках, вакцинах от коронавируса, об обязательности вакцин, что люди не смогут работать, дети не смогут учиться, если они не привиты. Поэтому в данной ситуации надо послушать и зарубежную практику, в каких странах это обязательно, в каких странах это допустимо. И Всемирная организация здравоохранения против выступила принудительной вакцинации от коронавируса в разных странах. Поэтому это нарушение прав человека, об этом говорят все адвокаты. Я тоже считаю, что у человека нужно спросить, согласен ли, чтобы, ну, если вы говорите о детях, чтобы его ребенка вакцинировали. А если у ребенка аллергия? Сколько таких случаев произошло, когда действительно дети пострадали, потому что врач не донес информацию о вакцине? Ребенок потерял слух, ребенок стал инвалидом. Это же факты, и они именно от прививок. И поэтому понять беспокойство родителей и вообще людей можно, и нужно вот взвешенно к этому отнестись. И все-таки очень здорово, что сегодня эфир у нас есть такое некое всенародное обсуждение. Скажите, будь ласка, якщо все ж таки, ну, припустимо, така ситуація, законопроєкт прийняли, закон існує, батьки відмовляються, щоб дитині робили щеплення, якось можна от відмовитися від цього, якщо все ж таки буде воно обов'язково? Я думаю, що, звісно, відмовитись можливо, оскільки можуть бути медичні протипоказання щодо прививки. І людина може показати це, якщо дитина не має імунітету доброго, якісь там ускладнощі зі здоров'ям, тоді обґрунтовано батьки можуть відмовитись. Але в законопроєкті зазначено, що не можуть бути навчатися такі діти. Ну, тобто це, які не мають щеплень відповідних. Тобто це дуже, ну, звуження прав людини, так, якщо коректно, то це дійсно суперечить і Європейській конвенції з прав людини, і взагалі концепції захисту прав людини. Наприклад, статті 8 конвенції «Право на сімейне життя, на приватне життя», і в тому числі це охоплюється, я вважаю, статтею 8. І ми можемо дочекатися, якщо у нас буде такий
цей законопроект. Дуже багато позовів до Європейського суду, які будуть вимушені, я так думаю, що Європейський суд буде вимушений це задовільнити, тому що це дійсно порушення прав людини статті 8 Європейської конвенції, право на приватне життя, коли людину змушують, а ще може бути і порушення права на труд, тому що людина не зможе працювати, тому що деякі категорії обов'язкові будуть, відповідно до цього закону, зобов'язані зробити якусь вакцину. Ну, тобто, чи проти коронавірусу, чи іншу якусь. І тому це буде порушено право на труд. А якщо у людини дійсно є противопоказання, а є ще якісь мотиви, думки, ми повинні зважити на це і робити якісь виключення. Так, ми повинні захищати суспільство, але ми повинні і захищати і одну людину, її права теж. Дякую вам за відповіді. Пані Наталію, хочу звернутися до вас. Скажіть, будь ласка, чому для дитини важливо робити щеплення і чому от виникає все ж таки така ситуація в суспільстві, що дійсно батьки от досі вже багато років так гостро реагують на тему щеплень, вакцинації? Ну, я хочу сказати о том, что давайте мы сегодня не будем путать две темы. Вакцинация от ковида и рутинная вакцинация, профилактические прививки, которые проводятся уже с 50-х годов прошлого столетия. Они проводятся во всем мире. В каждой стране есть свой национальный календарь прививок. И законами всех стран обозначены, какие из этих прививок являются обязательными. И мы сегодня, когда у нас такая большая миграция, возможность путешествовать и возможность учиться и легально пребывать в других странах, эти страны от нас требуют, чтобы у нас, ну, если мы говорим о нашей стране, чтобы у нас были эти прививки, мы должны там предоставить. Поэтому точно так же наша страна с точки зрения таких вымог международных, то точно так же и в нашей стране есть такие законы. И, честно говоря, ничего нового в этом законе, который сегодня, просто этот закон будет полностью законодательно укрепит именно систему громадского здоровья, как вызначено. Раньше была это санитарно-эпидемиологическая служба, она ликвидирована. Но сегодня, чтобы поставить все точки над «и», и была единая служба в стране, которая будет регулировать полностью вопросы как эпидемиологической безопасности, так и вообще здоровья населения, вот будет это громадское здоровье. Оно так вызначено законодательством. Все моменты, которые прописаны здесь согласно рутинной вакцинации населения, они повторены из того же закона защиты населения инфекционных болезней, который действует еще с 2000 года. Ничего нового здесь не поменялось. И я совершенно не согласна, если у нас есть взрослые, даже вот я уже не про детей, а про взрослых, которые работают, имеют определенные профессии, связанные, извините, с общепитом, да, или с какими-то моментами обслуживания каких-то контингентов других там, людей, и которые не привиты, могут своим заболеванием принести вред состоянию здоровья остальных, то это вымоги к этой профессии. Поэтому, если ты не хочешь, ты можешь не работать на этой профессии. То есть тут однозначное мнение. Второй момент. Рутинная вакцинация детей. Она проводится, я же говорю, как только началась в мире, и в нашей еще стране, в Советском Союзе, да, и потом уже в наших странах и в Украине, она проводится уже испокон веков. И я хочу сказать, что, учитывая то, что мы проводим ежегодно, ежемесячно показатели охвата прививками, то они как раз свидетельствуют о том, что сегодня есть доверие к вакцинации. У нас область от 80 до 95%, даже по некоторым видам прививок, до 99% привитость населения сегодня детского. Все пережили корь, все пережили те уже случаи, когда были начались заболевания полиомиелитом, и все испугались. И сегодня все страны, чтобы пересечь границу, уже тоже смотрят и предъявляют требования, потому что это большая нагрузка на экономику, на здоровье других людей, потому что если ты не привитый, ты можешь быть опасным для других окружающих. Это твое личное дело, ты можешь быть, не хочешь, не прививайся, но другие уже требования общества, они должны, хочешь ты или не хочешь, каждый человек волен выбирать. Да? Что касается образования. Абсолютно не обозначено, что лишается ребенок образования.
обозначено, как и в прошлом законе, который еще на сегодняшний день действует, о том, что нельзя посещать детские коллективы. Посещать. Сегодня закон про образование регламентирует очень разные виды образования. Даже сейчас в условиях карантина по ковиду, да, есть дистанционное образование, есть образование на дому, пожалуйста, любые формы, и ребенок будет получать эту, он будет грамотно, он закончит все необходимые. Он находится в коллективе. Да, он только не может находиться в коллективе. Это не только школа, детский сад, это еще и летние оздоровительные лагеря, это разные формы вот таких вот именно коллективов организованных, где дети могут пребывать и могут друг друга заражать. Вот эти вот моменты. Что касается информированного... Там написано, что там только в садике, да? Нет, там написано... Почему? Все организованы детские коллективы. Это дошкольные, школьные и оздоровительные. Там вызначено в законе, и в предыдущем точно так же все это прописано на сегодняшний день. И, в принципе, если вот была раньше очень высокая охват вакцинации, потом какой-то период там... С 2010 года были перебои с вакцинами, как-то все подзабылось, расслабились. Была очень плохая практика покупки справок липовых о том, что это. А потом, когда, извините, у нас вспыхнула корь, и все приходят уже испуганные родители, и мы же говорим, извините, у вас меддокументация написана, что у вас ребенок привитый. Нет, извините, не привитый, пожалуйста, привите. Все, мы никому не отказывали. Внесли изменения в календарь прививок, и взрослым разрешили прививаться от кори. Да, точно так же, кто не знает действительно свой статус или не имеет антител на момент. Вот, пожалуйста, в взрослом возрасте сегодня разрешено, пожалуйста. И были моменты, когда мы принимали, вакцинировали вот по этой вспышке и вооруженные силы, и все, потому что это вообще национальная безопасность. Вот если вот такая вспышка где-то в каком-то коллективе вспыхивает, это все сразу будут болеть, если эти все люди не привиты. Поэтому большая часть вакцинации она идет в детском возрасте по календарю, а дальше, извините, взрослые, мы все должны с вами каждые 10 лет вакцинироваться от дифтерии и столбняка, не потому что мы кому-то должны, мы должны самому себе, потому что от столбняка в 21 веке у нас, к сожалению, умирают. Вот просто, к сожалению, это, извините, это вакциноуправляемая инфекция. Ну, если кому-то хочется, пожалуйста. Моменты поствакцинальных осложнений. Действительно, в каждой вакцине, к инструкции прописано, какие возможные, какая их частота, на какое количество там, случаев, на миллион, там, на тысячи там, прописаны. Есть... Действительно обозначены, они, кстати, обновлены, противопоказания к прививкам. Об этом на сегодняшний день еще действует информированное согласие родителей, но это в том, там это очень хорошая форма, я считаю, ну, вот мое мнение, о том, что там, во-первых, каждый родитель прописывает состояние здоровья своего ребенка, на что он считает, вот, ну, что на сегодня этот ребенок здоров, он чем-то там не болел, может, где-то в меддокументации там не сохранились какие-то данные, он предупреждает медицинского работника, что то-то, то-то, то-то было. В свою очередь, медработник обязан родителям рассказать, от чего идет прививка, и если родители уже, кстати, хочу сказать, приходя на вакцинацию, родители очень сильно информированы, они сами сегодня в интернете находят столько информации, они вплоть до того, до инструкции к препаратам. И они уже, если идут, они идут осознанно на прививку. Уже не нужно там сидеть и его в чем-то убеждать. Да, мы убеждаем тех, кто сомневается, или ребенок болен. Сегодня очень, очень хороший приказ по противопоказаниям, они могут быть временные или постоянные, четко по разным группам заболеваний. Раньше это все было в одну кучу, как-то действительно было трудно сориентироваться как медработнику, так и маме, родителям принять решение. На сегодня это буквально прописано, какие вакцины нужно отложить, какие живые нельзя, можно там, ну, другие виды вакцин. То есть все очень принципиально расписано. Вакцинация – это профилактическое лечение. Да, и любой препарат, мы в жизни с вами все принимаем препараты, лекарства, да, болеем чем-то, и мы, на любой препарат может возникнуть любая реакция. И прописано всегда в инструкциях, ну вот извините, даже ну, примитивные, даже анальгин, даже димедрол, даже какой-то интразгель. Вот я сейчас там себя решила подлечить, я беру препарат, и я уже вижу, сколько у меня возможно частые или нечастые проявления каких-то реакций. Так вот я хочу сказать, что уже в течение 3 лет ведется фармаконадзор,
над всеми лекарственными средствами он давно ведется, а уже ведется фармаконадзор над всеми вакцинами и туберкулином в том числе. И заполнить довидку про то, что там какие-то реакции были, это может уже медицинский работник, фармацевтический работник и сам гражданин. Если он посчитал, что у него там что там утаили или что-то, сами родители могут заполнить и отправить это в государственный экспертный центр. И проводится расследование. Реакции у нас встречаются. Особенно есть вакцины, которые реактогенные считаются. Та же вакцина АКДС индийского производства, потому что она цельноклеточная. Бывает, что это там, 5, 6, 7 случаев в год, что у детей могут возникнуть абсцессы вместо введения. Это предусмотрено все. Но, кстати, я хочу сказать, что все эти родители, вот мы уже даже потом просматривали, они все прививались дальше. Это индивидуальные были какие-то возможности реакции. Сейчас все вакцины на территории Украины, практически они все импортного производителя. Ну, все вакцины. Это все, которые имеют международные сертификаты. Их закупает ЮНИСЕФ. Наша страна все равно, она выполняет требования, регистрирует эти все препараты. И когда ведется фармаконадзор, то есть если какой-то препарат вызвал реакцию, эта серия его выводится до расследования. Она выводится, ее нельзя купить не в сети, если это розничная торговля. Все, и приостанавливается данная серия до выяснения всех обстоятельств данного этого. Поэтому вакцины – это такие же лекарственные препараты. Никто не говорит, что это просто. Это не святая вода. Но сравнить риски то ли заболеваний, то ли все-таки предупреждение этих заболеваний, да, вакцина на 100% не гарантирует, но она гарантирует, простите, туберкулез, да, сейчас у нас в тубдиспансере ребенок просто погибает от миллиардного туберкулеза в 21 веке, непривитый ребенок. А мы будем, и извините, вот этот один случай, да, ну такой случай, ну и случай, но зато мы же будем разговаривать, да вы что, это же так, такая вакцина, она такая тяжелая. На сегодняшний даже календарь наш уже предусмотрел однократную вакцинацию. Если раньше нужно было два раза делать, но с учитывая то, что потом детки у нас там поствакцинальный иммунитет вырабатывается, или аллергия там, или они там где-то, может быть, какое-то тубинфицирование, решили, что хватит, вакцина хорошая, болгарская, очень такая активная, да, качественная. У нас, ну, все вакцины зарубежные. И абсолютно достаточно уже одной вакцинации, чтобы ребенок уже не заболел миллиардным туберкулезом, менингитом и не погиб. А вопрос, Наташа, к вам можно? Можно. Скажите, пожалуйста, это вопрос по прививкам, это понятно. А вот по этому вопросу вот именно обязательной вакцинации от коронавируса. Вас вакцинировали? Вы вакцинировались? Ну, нигде еще в нашей стране. Мы за разговором не проводили. А если вашего ребенка без вашего согласия будут вакцинировать? Ну, нигде не, подождите, вы же не путаете. Тут не написано, что нет любое вмешательство. Если вдруг, вот если... Она ребенка 29 лет, она сама будет принимать решение. У нас час прес-конференції, на жаль, добіг кінця, так як ми працюємо у прямому ефірі. Я розумію, така дискусійна досить тема. Ми з вами можемо ще поспілкуватися після ефіру. Тому нашим глядачам ми говоримо до побачення. Сьогодні говорили про законопроект, який передбачає обов'язкову вакцинацію. Дякуємо нашим спікерам. Почули різні думки, різні такі аспекти цього питання. З вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте!